Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте видео. В этом видео расскажу вам про инвестиционные визы в США и биткоин. Биткоин как доказательство о происхождении капитала. Инвестиционные визы – это прежде всего E2, не иммиграционная виза, и иммиграционная программа EB-5. Для этой визы и иммиграционной программы надо показать вложения в экономику США в разных размерах. Зачастую к нам обращаются люди, у которых есть финансовая возможность, но у них появились эти средства, потому что они когда-то давно что-то продали, то есть им сложно уже поднять всю эту документацию и доказать, откуда произошли деньги. А для всех иммиграционных программ в США основной критерий – это доказать легальное происхождение капитала. Что значит легальное происхождение? Что деньги не пришли от криминальной активности. Это может быть заработок, получили в наследство, подарок от родственника. Ну, в случае подарка надо будет доказывать, откуда урок. Родственника эти деньги появились, выиграли в лотерею, продали какое-то имущество, получили прибыль от продажи. Насчет продали имущества, биткоин тоже считается имуществом. Сейчас биткоин очень популярен, и я знаю очень много молодых ребят, которые купили его за копейки, и буквально через год он стал стоить много тысяч долларов. Конечно, не все, но тоже немалое количество. Так вот, те, кто в этом разбирается, кто работает в этой среде, у кого есть интерес, и кто делает эти вложения, если ваш биткоин вырос, и это тоже легальное происхождение капитала. Даже буквально недавно один из наших клиентов, он заплатил за наши услуги. Он продал несколько биткоинов и заплатил за наши услуги этими деньгами. Он не держал деньги в банке, но очень оперативно он их получил. Поэтому имейте в виду, что если вы держали биткоины, продали эти биткоины, это так же, как и обычные традиционные акции, это ваше доказательство легальности происхождения капитала. Будут вопросы, пишите, звоните. Интересуетесь иммиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации.